Добрый вечер! Рада вас приветствовать в программе «Однажды в городе ветров» в ресторане «Руби 360». И сегодня мой гость – народный артист Азербайджана, джазмен Джаван Зейналы. Джаван Мелим, очень рада вас приветствовать в программе. Сегодня погода такая соответствующая, видите? И как только вы начали говорить, оттуда вдруг ветер пошел. Это, наверное, случайно, да? Или сейчас ураган начнется? В любом случае, любая погода, она украшает Баку. Баку любую погоду прекрасен. А в каком районе Баку вы выросли? В каком районе прошло ваше детство? Ой, это же все... Это детские воспоминания, вы знаете, они остаются на всю оставшуюся жизнь. И когда я начинаю вспоминать свое детство, это вот где Бешмертебе? Чудесный район. Бешмертебе. Но там один очень интересный момент. Папа был директор школы номер 18, он жил с нами. Но он был очень добрый. Мой папа. И он, ему достались две комнаты. Две комнаты. Это на третьем этаже. Там это самый старинный дом крепкий. Угу. Тысячи мелочей там. Да, был да, да, помню. Вот помню. За тысячи мелочами мы жили на третьем этаже. А потом папа перешел в Бешмертебе. Угу. Почему? Потому что он директор школы был, а у нас иногда шум был дома, разговоры, а он же должен был отметки ставить. Он еще был преподаватель азербайджанского языка в русской школе, который был один раз в неделю, в пятницу. Я еще тогда удивлялся, я говорю, азербайджанский язык один раз в неделю. Это же неправильно. Неправильно, конечно. Как? Я никогда не забуду, я сижу в кабинете директора, и папа смотрит, значит, там дневники, кто пришел, кто не пришел. И вдруг я услыхал, кто-то на скрипке играет. Мое ухо, оказывается, с детства, оно слышало все. Другие не слышат ничего. А мое ухо скрипка. Я говорю, папа, а кто у вас из педагогов, кто-то на скрипке играет там, наверное, в классе? Может быть, музыкальный урок музыки, понимаешь? Он говорит, нет, сынок, внизу школа, музыкальная школа номер один. А сейчас она стала имени Вагита Мустафазаде, моего ближайшего друга, джазмена, который все время соединял джаз с мугамом. А я не всегда понимал. Я дома у них был уже, когда я уже закончил школу, уже я учился в музучилище имени Асафа Зейналы, и притом меня туда приняли. Почему? Потому что я хотел на фортепиано играть, а мне сказали, на фортепиано не надо играть. Лучше учитесь теории и композиции. И Захар Яковлевич Стельник меня взял в свой класс, сильнейший преподаватель. Там нас было 6 человек.
Джаван Мелим, а ведь ваша вот эта любовь к музыке, она же не случайна. У вас мама была потрясающим музыкантом. Удивительной судьбы. Дело в том, что мама очень была музыкальная, но она никогда не представляла себе, что она пойдет в музыкальную школу. Этого не было. Музыкальное училище. А я хотел. И когда я пришел с папой в музыкальную школу номер один, я просто чуть-чуть вспомню, как это сам. И вы представьте себе, я услыхал, как там один взрослый парень играет на скрипке. И как красиво играет. Оказывается, это был педагог. Но я думаю, почему он такой взрослый? Я думал, здесь ученики, в основном третий класс. И вдруг он, оказывается, он в симфоническом оркестре. Его фамилия была Лабинский. Вы представляете, среди каких людей я был, да? Да. И, в общем, он стал моим педагогом. Но я был худой. И, в общем, меня перевели на фортепиано. Наконец-то! На втором классе. А я первое, что сыграл. Он говорит, ты, Амелибаш, играешь? А чего? Ты как играешь быстро? Ну, это чижик-пижик. Тогда же не было ничего. Ни музыки не было, ни пластинок не было. Все, ничего не было, как потом уже стало. Магнитофоны, радиоприемники. 21 квадратный метр. Виллис Канавер вел передачу джазовую. Да. Виллис Канавер. Time for jazz. Jazz music. Only jazz. Оказывается, я нашел эту станцию на 21 метр. И, правда, она немного хыр-хыр делала тогда же. Так, да, Хыр-хыр. Но я слушал уже джаз. Уже мне было 14 лет. 14 лет. То есть уже я уже был уже старше, когда это появилось. И вот в этом возрасте вы уже поняли, что вот джаз – это ваша музыка. Она у меня вот как вот, как она мне в сердце залезла. И что это? У нас пианино был Ростов-Дон. Папа купил Ростов-Дон. И я начал слушать Виллис Канавера, потом выключал и начинал играть то, что он там. Память. И мне так понравилось. И вдруг кинотеатр «Ветен» показывает фильм «Серенада солнечной долины». А мне сказал один сосед взрослый, что там джаз, джаник. То, что ты начинаешь играть, там играть. И что интересно, там оркестр был, и саксофоны играли, контрабас играли. Мы всегда слушали наш оркестр, который перед сеансами играл. Какое удовольствие получали. В каждом кинотеатре был оркестр. Потом это... Убрали. Да. А в каких годах это убрали, Джаван Мелим? Вот убрали, я точно не помню. Могу ошибиться. Но в кинотеатре 28 апреля там играли национальную музыку Кяманча Тар. А в городе играли саксофоны, джаз играли. И ударные, и контрабас, это все. А насколько вообще джаз был в то время популярен в Баку? Ну, он, собственно говоря, вот после серенады «Солнечной долины». А, вот это спровоцировало интерес. Да, 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 да. Там такая музыка играла. И когда там... Да,
Та-ра-да. Та-ра-та, 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 та-ра-та. Это уже музыка была, симфоджаз играл, скрипки-то. И я, вот смотрите, я говорю. И мурашки. Ну, может быть, это из-за моря, но хорошо. Ну, море прекрасное. Каспийское море наше родное. И, в общем, я что хочу сказать, что вдруг я услыхал эту мелодию и потом услыхал вот это я все услыхал и стал бежать домой. Мне уже было где-то лет 16. Стал бежать домой, и мелодия, чтобы не забыть, начинал ее петь. Теперь... О, Джаник, салам, привет. Другой сосед. О, Джаван, красавчик. Они сбили меня. Я пришел домой и ни одной ноты не смог сыграть. Да не надо мимо них проходить. Но на следующий день я пошел второй раз этот фильм смотреть и взял вату с собой. Вату я, когда уходил из кинотеатра, вату я, чтобы ничего не слышать, и шел домой. Шел домой по улице Горького, тогда улица Горького, там музыкальное училище, я еще тогда даже не думал там учиться, не думал, откуда, тогда еще до этого не доходил, но посмотри, какая жизнь. И я пришел и начал играть, и стал запоминать, магнитофона не было, долго я не мог эту мелодию, но эту мелодию я научился. Это я научился, а вот другую мелодию не смог. Она была сложнее. А когда вы ее впервые сыграли? Вот я ее сыграл уже, когда я в музучилище учился. В музучилище, при том, тогда, знаешь, какая мода была в музучилище? Другие пианисты садились играть, и если кто-то другой пианист заходил, они останавливались. Почему? А вот интересный очень вопрос. Очень интересно, почему. А вдруг вот то, что я играю, он увидит импровизацию и пойдет дома сыграет. Ни магнитофонов, ничего же не было тогда еще. Были тембры какие-то появились. И при том, когда играет, я пытался посмотреть на пальцы, он увидел, он говорит... Стал закрывать шпаргалку. Вот что они тут, оказывается, вот такое время было. Потому что они где-то достали джаз, какие-то ноты из Москвы привезли, и никому не дают. Если другому дать, другой выучит и будет играть. Была некая ревность такая музыкальная. Это знаете что? С одной стороны, мне это не нравилось. Сара, будьте добрее, да. И потом с годами я стал лучше них играть. Вот это все сыграло свою роль. Понимаешь, как они скрывали от меня, да. Поэтому, понимаете, вот тут такой вариант был, что они начинали убегать, когда я приходил. Тогда такое время было. Они
убегаю. А Джаник сейчас начнет играть. Он «Серенада солнечной долины» играет. И, да ты что, он Глен Миллера играет. Я там один, когда играю, их нету, но они слушают через стены. А зайти боятся. Вот такая вот была. Ну что? Что это? Увидит, посмотрит. Или я должен сказать, вот смотри, это так просто, вот иди сюда, вот смотри, вот, вот я играю. Па-па, па-па-па, па-па-па, па-па. Вот смотри, смотри, на пальцы. Я говорю, смотри на пальцы. А это я научился от Вагифа Мустафа Заде. Он так говорил. А у него пальцы же так бегают. Понимаешь? И смотреть за пальцами невозможно. Только... Он ни от кого не скрывал. Сердце, да. Вот когда я этот вариант на четвертом курсе, вдруг я слышу на третьем этаже кто-то поет красивым голосом. Это был, значит, 67-й год. Я уже был на третьем курсе. Но я уже играл дома. Нигде. Да. Иногда музучились. Я все время боялся, что вдруг я ошибку сделаю. Ну, не ту ноту возьму. Лажа. Вот этот момент был. Надо уже играть без ошибки. И если ты уже играешь, играй без ошибки. И Вагиф, да, то есть Вагиф Вагифом, он приходил иногда в музучилище и начинал играть на рояле. Собирались все девочки, а он усатый такой, брови, волосы черные. Он когда играл, усы поднимались наверху. Интересно, он усами играл. Он не мог, он вот тут идет. Я говорю, Вагиф, ты усы поднимаешь наверх, да? Он говорит, а как же, я же наверх иду. Представляешь? И вот, слышу, кто-то поет таким красивым голосом. Таким красивым голосом поет. Думаю, ой, что за голос. И поднимаюсь на третий этаж со второго. А во втором этаже у нас библиотека была. Поднимаюсь, вижу, дверь закрыта. А тогда двери какие были? Коричневая, значит, это самая кожа. Внутри, значит, войлок, все, и ты фактически уже когда подходишь к этому, не слышишь. Оттуда слышно, оттуда подходишь, какая-то реакция происходит. Таким голосом поет, а я немножко оперу тоже стал слушать, уже в музучилище стал ходить в оперный театр. Я, не стесняясь, открыл дверь. Смотрю, парень худой такой, играет на рояле классически и поет. Я извиняюсь, что я открыл дверь. А педагога не было. Один он. Какой у вас голос красивый. Спасибо. Спасибо. Оказывается, это был Муслим Магомаев. Я говорю, а вы Муслим Магомаев, а вот это филармония имени Муслима Магомаева, это ваш за такой голос так назначили? Он так смотрит на меня. И думает, хохмитый он. А я же с юмором, да? Он говорит, нет, это мой дедушка, композитор Муслим Магомаев. Оказывается, это был Муслим Магомаев. И я вдруг ему смотрю, что делаю. Я ему говорю,
вы Коме Прима знаете песню? А я знал ее. Давайте я вам саккомпанирую Коме Прима. Он говорит, а вы что, играете? Я говорю, послушайте. Понравится, споете со мной. Не понравится, не пойте. И я начал в ля-мажоре. Коме Прима, Ю ди Прима. Камерон, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Уже там аккорды шли. Аккорды такие, Коме Прима, там уже элементы джаза были. Он начал петь. А я так строго ему аккомпанирую, и мне нравится, как он поет в ля-мажоре. И вдруг Муслим Магомаев, и вдруг я в припеве беру один джазовый аккорд. Он говорит, стоп, стоп, это что за аккорд был? Покажите мне, этот аккорд никто не брал. Я говорю, что он кричит? Он говорит, этот аккорд мне покажи. Я ему взял, показал ля, ми. Соль, до диез, ми и ля бемоль. Вот такой аккорд. А он совпадает только другой аккорд. Он ему так этот аккорд понравился. Я говорю, вот, возьми мои пальцы, он мне говорит. Тебя Джаван, да, звать? Джаван Ширда? Я говорю, да. Возьми мои пальцы, положи на эти ноты. Я взял Муслима, я не верил даже. Муслима пальцы... Я кладу, ну ты представляешь это? Да, я представляю вообще это ощущение, это состояние. Это что-то и фантастика. Уже на тот момент знаменитого Муслима. И я ему взял вот так соль диез, до диез, ми, с ля бемолем. Взял это все, и он берет, не попадает. Он не знает, как пальцы, а у него пальцы длинные были. Он классику любил играть. Понимаешь, классику. И вдруг он мне говорит, Джаванши, вы любите бульон с курицей? Я смотрю на него, я говорю, а, не, я не хочу, нет, я должен здесь быть. Не, я подожду вас, моя супруга, она готовит бульон с курицей. Она шикарно готова, а он хочет меня завести домой, чтобы дома у себя на пианино показать. Я говорю, а вы где живете? А там, где садик 26-й Бакинской Визары, вот там напротив, там клуб Фиолетово, там вот это. Я говорю, я знаю этот район, клуб я знаю. И мы с ним идем, а он такой длинный, идет. А он уже тогда иногда по телевизору выступал. Иногда. И на него так смотрят. А я с ним иду маленький такой. Я тогда по телевизору еще не выступал. И не был, стеснялся, боялся. То все другое. И привел меня домой. Ой, такой запах хороший был. Нет, ты сначала мне покажи этот аккорд. Ну, хорошо, хорошо. А он такой хороший был с ним, да? Он такой естественный был, да? Ну, голосом говорил таким. Все время старался как бы... Распеваться. Да, когда говорил. И мы зашли, опять он этот аккорд не берет. Я взял, стал играть Strangers and the Night. Ба-ба-ба-ба-ба. Уже я устал от этого аккорда. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Strangers and the Night. Ба-ба-ба-ба. Он начал петь. В тональности фа-мажор. Вот надо, вот попадал в тональность. Он пел. Он говорит,
Джаник, ты как оркестр аккомпанируешь. Он мне говорит, как будто бы оркестр, и ты же один же. Как это получается? Аккорды, уже, да. Которые уже я знаю. Stranger Things. И вдруг он мне говорит, я хорошую вещь придумал. Через год я тебе даю программу, и мы с тобой вдвоем в Москве в зале Чайковского, ты один будешь мне аккомпанировать 10 вещей. Там ему же всегда аккомпанируют симфонический, да, оркестр. Да. Ой, я так обрадовался. Я говорю, в зале Чайковского? Я уже был студент 4-го курса консерватории. Он мне говорит, ты мне программу дал, а потом он забыл, не получилось. А я мечтал, что я сяду, ему буду в зале Чайковского аккомпанировать. Я тоже подготовлюсь. Не просто так, но я уже был уверен. Судьба распорядилась по-другому, Джаван Вальдем. Зато вы прославились как замечательный джазмен, гастролировали по всему миру. Это пришлось, вот это терпение, долгое терпение. Потом я же был стеснительный. Да. Вот меня всегда, когда другие приходят, начинают играть, мне говорят, сыграй, да, одну вещь, да, Love Story, да, вы там играли, мы слушали, нам так по. Там люди сидят, Петь-то я пел, но и играть не садился. Вот интересно, вот потому что, понимаешь, вот такое, что ты вдруг одну ошибку. Я все время боялся, что вдруг, одну, да, ноту нечаянно, да, я не ту возьму. Да, и вдруг для меня это будет трагедия. Джаван Вальдем, спасибо за интервью. Спасибо за историю. Я ничего вам не рассказывал. А я вас позову еще раз на программу, чтобы, да, мы с вами продолжили это интервью. А где сюда? Сюда. Да, приду. Хорошо, я вас приглашу еще, и у нас будет возможность. Хороший коллектив, замечательные люди. Спасибо большое. Напомню, что гостем моей программы был народный артист Азербайджана, джазмен Джаван Зейналы. И прежде чем попрощаться, я хочу поблагодарить ресторан «Руби 360» за гостеприимство и оставить вам номер телефона для связи 077-605-25-25. До встречи! До встречи! До встречи!